Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Вот это прыжок. Давай, хватайся. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Легкотня. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Воу. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что, кто не рискует, тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Клёво же. Ага, еще как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Аккуратненько. Потихоньку. А! Упс. Это ведь не грех? По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед.
Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да, неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? Ну, в общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ладно, Нейт, давай, ты сможешь. Ну, прыгай! Не думай, просто прыгай! О, чёрт! Держу! Давай! Ну-ка! Получилось? Ага, ну, конечно. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Так. Ладно, после тебя. А теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый! Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь Через пару лет? Я хочу с тобой.
Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм. На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡A este gringo! ¡No puedes conmigo! ¡Rómpele el brazo! A ver cómo te sales de esta. ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¡Agárrenmelo! Сейчас получишь. ¡Lucha como un hombre! ¡No dejes que este tipo te viene a gustar! Ты напросился. ¡Toma esto, pendejo! ¡Puedes hacer! ¡Dávale! Esto es por verte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Vamos, Richie. ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Cráneo, amigo! ¡Ya basta! Хватит, идиоты! Сметельме! Да мы и не дрались. Правда, дружок? Вы мотали, гринго, кому мерда! Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Ты будешь отряд по лькулу! В одиночку! Увести! Ты вот ставишь пиран на ки, э? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Давай. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй! Ладно, полегче. Ладно, успокойся.